Здравствуйте, друзья! И сегодня мы с Сычем отправимся в небольшой поход по нашей квартире. Сыч, Сыч, ну, Сычик, Сыча, Сыч. Соблюдаем ритуал. Сыч. Погладить. Надо сначала причем поздороваться, погладить его, да. Погладить надо, малыш. Погладить малыша. Малыша погладить. Сыч, сыч. Сыч. Погладиться хочешь? Иди, Сыч. Сыч знает, что у него и сверху есть выход, и сбоку, внизу. Поэтому теряется, где ему лучше вылезти. Нет, все-таки решает выйти через боковой вход. Иди сюда, Сыч. Вот так надо. Сычу у нас уже больше 2,5 лет, поэтому тяжеловато он уже. В возрасте у нас такой. Вот молодец. Молодец, Сыч, гулять пошел. Да, гулять пошел. Видел камеру. По пути всегда осматривает все незнакомые вещи. Очень любопытен, любознателен, надо сказать. Вот так, все, посмотри, да? Посмотри. Тут чашечка пустая. Интересно. Вот бумажку взял. Понес к себе домой. Быстрее, быстрее. Быстрее домой потащил к себе. Так. Вообще все интересное, что Сыч находит, он несет к себе домой. Так, сейчас положим в чашечку Сычу несколько семечек и посмотрим, как возрастает ее ценность. Возрастет ли ее ценность или нет. Немного побросаем. Ну что, результат налицо. Чашечка сразу заинтересовала. То есть ценность чашечки возросла в разы. Так, отправляемся дальше на обследование местности. Вот, смотрите, еще одну бумажку нашел. Я специально разбросал бумажки. И быстрей, быстрей, быстрей к себе в дом ее. Все. Так, в эту сторону он еще не ходил. Как я уже сказал, очень любознателен,
старается обследовать все. Погуляй, посмотри. Вот так на прогулке у нас Сыч пошел исследовать местность. Комнату пошел исследовать. Посмотреть, где что интересного можно найти. Для него это, наверное, целый мир. Да, Сыч? Смотрите. Посередине это домик такой у него, промежуточный пункт. Вот, смотрите, смотрите. И штору старается прибрать к рукам, так скажем. Нет, явно эта штука в хозяйстве понадобится ему. Но не получается, не получается. Так. С этой стороны. Эх. А вот тапочки его явно не заинтересовали. Вот в этом домике нашел семечек. Подкрепиться надо. Смотрите, как он ловко их чистит. Все. Ни одна бумажка не осталась незамеченной. Это бумага, это одно из самых таких востребованных вещей, одна из самых востребованных вещей, которые он считает нужным в хозяйстве. Ну, вот так иногда Сыч помогает мне готовить ролики для нашего канала. После похода надо попить. Восполнить минеральный состав в организме. Отдохнуть перед новым маршрутом. Да, привести себя в порядок, конечно. Конечно же, привести себя в порядок. И на отдых. Ведь маршруты, путешествия по комнате требуют значительных физических сил. Да и в клетке приходится тоже их использовать. Вон, смотрите, тренируется скалолаз. Вот так. Так что будем заканчивать. Оставайтесь с нами, друзья. Впереди много интересных путешествий
И не только по нашей комнате, но и на природе, по рекам, пещерам, горам. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Да, много удивительных встреч с животными будет на нашем канале. Я на это надеюсь.